После войны возникла необходимость в серьезном пополнении армии контрактниками. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лидер, посвященный Армении, Эдмо Марукян в ходе заседания парламентской комиссии по обороне и безопасности. В связи с этим он предложил проект о повышении до 63 лет верхнего порога службы военнослужащих контрактников. Почему же люди в хорошей физической форме, здоровые и опытные, не могут продолжать службу после 45 лет? А ведь многие после этого вынуждены искать работу и зачастую уезжать из Армении, отметил Марукян. Для высшего офицерского состава, генерал-полковник и генерал армии, срок будет установлен до 68 лет. В свою очередь, замглавы Минобороны Арман Саркисян отметил, что ведомство в отдельных случаях рассматривает возможность пересмотра порога службы в рамках специальной комиссии до 10 лет, но установление порога в 63 года для всех нецелесообразно. «Например, я не думаю, что 45-летний человек может быть хорошим командиром взвода», – сказал Саркисян. По его словам, для различных категорий должностей нужно установить отдельный возрастной порог. В ближайшее время Минобороны Армении планирует произвести соответствующие изменения. Несмотря на возражения представителя Минобороны, члены комиссии из блока «Мой шаг» поддержали коллегу и дали положительное заключение.